смешно. Ну, во-первых, я что-то немножечко в шоке. Я привык к тому, что Everglow такие более динамичные, забористые, прям тынц-тынц-тынц. А тут просто ход конем и такие, а мы умеем вот в такое звучание. Хотя при этом это вот такая латинская гитарка, она типа присутствует, то, что у них было в старых треках, в предыдущих, но... Пока что, конечно, им ручка неожиданна, но интересно. Ну, давай. Мракобесие. Это, конечно, заявочка. Настолько это вот все, как бы так сказать, при всей криповости... Ну, хотя ладно, при всей криповости клипа такое звучание замедленное, такое прям... даже нагнетающая часть, оно прям вот органично звучит. Но я... ожидал чего-то более такого. Ну, скорее всего, в конце это вот будет дроп и фирменное это звучание. Но если вот такой будет разгон, настолько постепенный, ну, это, конечно, да. Эти вот были ставки с камерами ночного видения. Сука, как же они меня пугают, боже. Был фильм «Искатели гробниц» вроде. После этого фильма, даже после трейлера, я фильм не смотрел, но вот после трейлера у меня к таким вот съемкам просто сразу, ну нахер, не надо мне этого вот. Ой, ну в целом, конечно, зомби, что-то интересное. При этом, насколько вот именно звучание минималистичное, то есть, условно, ударка, бас, все, и вокал, как будто ничего больше нету. Как же это круто звучит. Хореография такая зомбячая. Yeah.
Вот это, конечно, что-то такое, чего ты явно не ожидаешь. Я не смотрел никакие ни тизеры, ничего, как обычно. Я, ну, как по мне, вот этот трек больше похож на какой-то бисай, чем на заглавку. Среди них уже как будто намеренно ждешь чего-то такого дропового, более такого танцевального, вот более вот в их стиле. А тебе такие говорят, а все, типа, хорош танцевать. Теперь будет вот такое максимально медленное, такое прям вот тягучее звучание. И при этом, ну, настолько это минимум было инструментов, и они так все это красивенько, грамотно обыграли. Вау! И в конце не было этого вот их фирменного дропа. Просто вот такая вся. Я не знаю, визуально, конечно, им бабок дали нормально на клип. Спецэффектики есть и все есть. Ну, я бы не сказал, что здесь прям как-то вокалы раскрываются. Музыкально она как-то тоже ровная, что ли. То есть какого-то рэпа особо нету. Вокал особо не раскрывается. То есть она реально похожа на бисай, чем на заглавку. Но как будто с другой стороны, да, это прикольный ход конем. Типа, что вот вы такого не ждаете, а вот ну нате просто, держите. Я даже не знаю, я, конечно, ну, слишком поздно включил текст, но там, опять же, зомби, видимо, как какой-то, ну, не олицетворение, а как метафоричность какая-то. Потому что там было про воспоминания, типа, отравляют ее. Видимо, опять же, какие-то, видимо, отношеньки и зомби, как вот как метафора, то, что она, видимо, или сошла с ума, потому что в клипе там явно было кого-то, ну, как-то дубликат человека, который там вот был кадр, где были, где глаза красные открывались. Видимо, это вот что-то, не знаю. Ну, удивили, так удивили. Хочется его пересмотреть. Это в плейлист 100%. Его хочется еще раз пересмотреть, потому что вот он прям вот он интересный. И я теперь прям даже задумываюсь, а может и альбомчик прикупить, раз такое дело. Что-то... Вот у них камбэки редко, но, сука, очень метко. Прошлый камбэк был прям в сердечко, вот этот просто тебя вот меняет все с ног на голову. Короче, Everglow, блядь, не распадайтесь, продолжайте. Чтоб контора ваша, не просрите их. Есть интересные вещи. А я пойду, наверное, его еще раз пересматривать. Сука, слишком интересно стало.